15 января в торговом доме «Библиоглобус» состоялось первое в этом году заседание английского клуба «Оксбридж» по теме «Секреты свободного общения». Существуют психологические и языковые барьеры, которые порой мешают пробовать излагать свои мысли на иностранных языках. О том, как их победить, и велась речь на этом занятии. По традиции, среди гостей встречи были не только те, кто начинает изучать английский язык, но и те, кто уже давно его преподает. Приветственное слово произнесла Людмила Барбатько, учитель английского языка, член Российской ассоциации лингвистов-когнитологов. На мастер-классе были представлены приемы и методы овладения навыком свободного общения на английском языке. В заключении встречи самые активные участники семинара получили подарки от ведущих клуба.